do nada na cena chegamos e pum. Tipo tatuagem, nós já te marcou. Cês só querem treta e eu só tenho flow. Tamo mais hypado do que o Jon Snow. Se tua zaga é forte, nós tem o coaching. Cê é pequeno, caralho, eu sou o dadinho. Te destruo fácil igual soldadinho. Fazer o que tu não faz não me torna vendido. Всем привет, уважаемые подписчики моего канала. С вами Задрот Сотого Левела. И я продолжаю проходить Assassin's Creed. Седьмая часть. Поехали. Так, у нас появилось задание. Что там у нас за задание? Кража. Надо будет что-то сейчас украсть. Я думаю, для начала подслушать, а потом уже украсть. Метательных ножей у меня ноль. Это печально. Это печально. Блин, а если я буду убивать вот этих лучников, они будут появляться опять? Так, стоп. Слезем. Служить вам — честь для меня. Ваши приказания? Письмо, которое я дал тебе, нужно доставить в лагерь Салах-ад-Дин. Там отыщи человека по имени Хишам. Он поможет. Но никому не говори о письме. Никто не узнает. Тогда отправляйся. Так, напомните мне, как украсть. Вроде на shift. Ведь так? Я не помню как. Красть. Я не помню как красть, короче. Сейчас я посмотрю, где вот настройки управления. Так. А тут и не написано. Вот, блин. Ой. Я не помню. Вот, допустим, здесь потренироваться как-то можно. Слабый толчок только. Может зафиксироваться на цели надо. Да, уйдите, придут. Все, я понял, надо было зафиксироваться. Так, давайте в бюро теперь обратно. Где бюро? Вот оно. Спринт подрубим. Так, отсюда пойдем.
Вроде больной еще здесь. Так, здесь по лестнице вроде, да? Куда убежали? Я думал, куда они убежали? Думал, меня что ли увидели? Давай, давай. Друг мой, есть новости? Мои поиски продолжаются. Не смею тебя отвлекать. В смысле, не надо к нему? Я ж типа письмо нашел там, нет? Что-то украл там. Ну, давайте точку обзора тогда обследуем. Блин, так и нам надо было снять точку обзора на всякий случай обследовать, она близко была как раз. Опа, флаг. Тут случайно нашел. Здесь тупик. Здесь мы сможем залезть. Здесь лестница, отлично. Так, все. Тут. Так, сюда мы не залезем. Я так помню. Туда он, по идее, не допрыгнет. Давайте попытаемся. Странно, он почему-то не захватился. Подходите, подходите. Большая распродажа. Хотя нам даже не сюда. Хорошо, что я не залез. Нам вообще сюда куда-то. Это точно. Еще называют его ассасином, и он запрыгнуть вот сюда не может. Да нет, блин. Давай наверх. Так, как нам залезть теперь? Нет, все-таки, блин, надо было на это здание. Допрыгнешь до оттуда? Нет. Наверх. Блять, я ебал, короче, как залезть? Ой, тот просто у меня опять сейчас начнет гореть из-за того, что ассасин настолько тупой. Как меня бесит это в нем. Просто такая тупость. Не может залезть, не может убить. Ну давайте уже, алло. Да ты чё такой жёсткий-то? Блядь, иди ты в жопу, сука. Убей его, блядь.
наконец-то я залез. Вижу флаг. Давайте все равно по-быстрому сгоняем до этого флага. Возьмем этот флаг. Опа. Может быть, он нам что-нибудь даст. Давай, беги. Отсоси. Так, с какой стороны залезать? С этой, окей. Поехали. Давай, давай, быстрее, быстрее. Так. Чуть-чуть осталось. Давай, давай. Тут никого нету, надеюсь. Окей, хорошо. Районе. Допустим, давайте еще обследуем. Это же богатый, да, район. Давайте, горожанина спасем, во-первых. А потом уже пойдем вот сюда. Получается, нам еще надо. Сколько там было? 4 или сколько? Ну, ладно, посмотрим. ДНК усилено. Ох, отлично. Сейчас мы еще горожанина спасем. Готовьте ДНК. Пошел ты, урод. Да вы, придурки, на пути. А если с вами столкнуться? Блядь, да слезь ты. Столкнуться, если с охранниками, они начнут драться. Убей, убей его! Проткни! Давай, давай, нападайте! Ну, я жду. Да. Ты что, не умер, что ли? Пошел ты, на, вот тебе, на. Ну, ты умрешь, ура. Ура, ты умер. Остались вы, пацаны, давайте по одному. Почему ассасин не бьет, непонятно. И ты последний остаешься у нас и умираешь тоже. Моментально просто. Спасибо. Спасибо. Я найду способ оплатить тебе, клянусь. Да не за что. Спасибо, жителей. Все, ладно, давай, хватит уже показывать мне заставку. Давайте, где мы? Тут близко две точки обзора. Давайте сходим по-быстрому. Или они мне закрыты для меня? Мне кажется, они закрыты. По карте я видел то, что там закрытое место. А, нет. Мне показалось. Жалим на 0 ножей. Метательный. Ассасин, ну ты кривой, что ли? Я не пойму. На, вот, запрыгни ты, тупой. Ура.
Стоп, орлиное зрение это как? Это никак не. Орлиное зрение, я так и не понял. В чем прикол? Ладно. Может быть, когда-нибудь пойму. О! Новое задание, отлично. Похоже, он торопится. Слава Уальну Клоду! Спасшему наш город от погибели! Он тратит свои деньги, чтобы накормить и одеть стражищ. Его люди разводят костры. Может, тебе стоит развернуться и уйти? На помощь! Он хочет убить меня! Просто драка. Почему? Почему вы начали со мной драться? Кто-нибудь мне объяснит? Мне сказали, если на кулаках драться, ничего не будет. Охрана не будет, типа, приставать. Давайте, быстрей. Лол, почему у меня ассасин напал на другого, если ко мне там сзади прям напал тип? Да на тебе. Там еще. Ай. Кажется, мне тут долго меситься с ними. Еще совсем тупой. Он не может убить с меча сразу. Вот так. Можешь, пожалуйста, убить сразу, а не бить к нам? Я не знаю. Меня сейчас вообще убьет вот этот тип соло. Вот, наконец-то. Блять, я не понимаю, как этот пидор пошел в жопу. Вот, ура, наконец-то ты начал играть. Почему ты не бьешь? Я контратаку делаю, хеллоу. Почему, вот. Делаю контратаку, он не делается, блять, тупость. Пошел в жопу. Давайте, кто-нибудь бейте меня. Наконец-то ты сдохнешь уже, урод. Сука. Блядь, ты ебанутый, я не понимаю, что ли. Чё, это ГГ мы проебали? Нет, блядь, ассасин одумался, то что контратаку можно делать, охуеть. Ну добей его, блядь. Мне надо восстановить жизнь. Тут много охраны. Ой, блядь, я проебал момент. Так, тут один тип, да? Ой, ты сука! Блядь. Упади нахуй. Найс, все, тебе пизда. Фул, все, найс, фул, я фул. Блядь, что? Почему я не могу поговорить? Так, все, давай, вставай, блядь. Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа.
Вы были очень добры, молодой человек. Хорошо. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Сердце есть у нас, обязаны ему. Нет никого щедрее Абу Аль-Нуквод. Каждую неделю приглашает он людей из Дамаска, дабы сложили они с себя бремя забот и предались веселью. И пусть мы переживем темные дни, но ночи наши будут наполнены радостью. Король-купец помогает, ничего не требуя взамен. Пусть его щедрость станет примером для нас. Пусть каждый стремится стать таким же, как он. Все сказал. Ура. Блин, именно где охранники? Надо потайное место какое-нибудь, где нет охраны. Во, да, да, вот правильно идешь. Вот это респект тебе за это. Вот теперь получи. Ебать, он мне сейчас сам ебало набьет, блядь. Я так понимаю, короля надо сейчас Стоп. А где король-то? Задание информатора это нет. Может, бюро ассасинов сходить? Да нет, он же, по идее, мигать должен. Больные люди. Да. Вон еще флаг. Мы его уже не будем брать. Так, стоп, это я уже... А, нет. Все нормально. Я думал, уже переборщил. Так, это нам куда? Метка. 179, 180, это куда нам? Типа освободить?
Так, минус один. Еще, еще. А теперь замесить надо вот этого последнего. Ой, блядь. Давайте, пацаны, прессуйте. Блядь, я еще не вижу. Так, черный, ты же с ним дрался вроде как, нет? Вот так. А, это крыса убежала. Стоп. Я иду к заданию информатору, почему у меня метка на него? Давайте посмотрим на задание само, окей? Без проблем. По идее, это обязательное задание, я так понял. Он нашел в себе силы встать на защиту нашей мечты. Да. Понимаете, у меня совсем ничего нет. Подходите, смотрите в окно. Альтаир, друг мой брат. 100 лет тебя не видел. Слышишь что-нибудь об Анхе с тех пор, как она покинула эти края? Нет? Жаль, но я уверен, ты ее найдешь. Слыхал, что на Абуальну-Кводу уже выдано перо? Возможно, я смогу тебе помочь, но мне самому надо успеть полуну убить четверых. Поработаем вместе, как в старые добрые времена, а? Двое тебе и двое мне. Это телохранители Абу Аль-Нуквода. Скоро ты их увидишь. Незаметно убить. Окей. Я думаю, у меня возникнут трудности убить их. Допустим, попробуем грохнуть этого. Меня спалили, блядь. Я такого и ожидал в хули. Да сука, блядь! Хуйсов. Сука, крыса, блядь. Пидорасики. Ты хули не сдох, петух. Так. Вот уже сразу. Ой, как ты меня задрала уже, тварь тупая, боже, как ты... Охранники просто смотрят, палят меня, просто палят. Просто охрана идет по КД. Просто. Хочу убить типа по КД охрана. Просто. Так, вон те та охрана опять сюда идет. Ай, боже. Давайте сюда заверните. Сука, как меня все бесит в этой игре, блядь. Это пиздец. Давайте попробуем убить его сейчас. Ну заткнись ты, а, ну тварь. Сука. Пидорасы, блядь, жители. Уебись.
Сука, я тебе сейчас в ебу, блядь, приду нахуй. Да пидорас! Сука, блядь, тупое отродье нахуй. Пизду, блядь, урод бучить. Ой-ой-ой, давай-давай, пацаны, несите, блядь. Нихуя я уработал. Ебать. Давайте, черный, помогайте мне. Пацаны, блядь. Черный, держи его, блядь. Ой, черный, блядь. Черные, отойдите, придурки. Я все квадрат мышу, блядь. Я ж нажал шип. Блядь. На. В жопу тебе, сука. Ну, а ему такой, все просто. А, вот лавка здесь. Сука, где ты меня нашел-то, пиздюк, блядь? А, все. Мне нужны метательные ножи. Мне кажется. Но они опять сейчас... Я не знаю, как, короче говоря, проходить. А, если они кричат, это вообще пофигу, то есть, да? Животное, отойди, пожалуйста. Ты что, собака, что ли? Да как ты меня спалил? Да чмо? Петух сраный. Твари тупорылые. Просто сволочи вонючие. Ублюдки. Сдохните от рака просто, ублюдочные твари. Нападаю. Урод. Как ты меня спалил? Как он не бьет? Я не пойму. Вот, смотрите, почему, блядь, это ебаное отродье, сука, не бьет, блядь, его. Пидорас еще. Ой, да сука, я тебя в рот ебал, блядь. Такой долбоёб ты, ассасин. Ну смотрите наверх! Я нажимаю контратаку, а контратаки не происходит. Я не вижу контратаки. Почему? Сука, блядь, дал он. Только, блядь, начал контратаковать, нахуй, долбоёб. На, блядь, пидорас. Будешь палить, сука, ты чё, ещё живой гандон, блядь? Поживи теперь, чмо, блядь, ёбаное. Пиздец, просто горит, блядь, пидорасов этих.
Поначалу надо быстро убить. Блядь, идите нахуй. Ёбище, ёбаный, блядь. Иди нахуй, ты тоже, блядь, тварь. Ебучая. Ой ты, сука, тупорылая. Ой ты, ебаная мразь, просто пиздец. Просто иди нахуй. Для купца. Похоже, это карта, где указано, как расставлена его охрана. Наверняка для твоего задания она пригодится. Будешь еще в Дамаске, двери моего дома для тебя всегда открыты. Мир тебе, друг мой. Короче говоря, я поставил на паузу и, блядь, прошел. Наконец-то. Потому что перепроходил это задание я, блядь, миллион раз просто. Меня горело от того, что вот это животное тупое, вот это, которое передо мной стоит, меня постоянно палит или передо мной стоит, или же охранники, которые просто, они уходят и все. Просто стоят на месте, там идут за мной и все. Это просто самое трудное, наверное, задание, которое я встречал пока что. Потому что пока остальные были все легкие. Мир тебе, Альтаир. Чем я могу тебе помочь? Я сделал, как ты посоветовал, узнал все о жертве. Поделись со мной знаниями. А Вольну Квот прогнил до самых потрохов, и поэтому все его презирают. Он крадет деньги, выданные на нужды горожан, и тратит их на себя. Сейчас собирается устроить роскошный праздник. Желая подичиться богатством. Когда он начнется, у охраны и слуг дел будет по горло. Меня они даже не заметят. Очень впечатляет, друг мой, про тебя говорят, что ты всегда все портишь. Но только не я. Нет. Я был уверен, что ты справишься. И вот ты справился. Беру в твоем распоряжении до тех пор, пока ты не приступишь к работе. Перемотка на более поздний участок памяти. Так, убейте короля купца. Когда он на перу, он обратится с речью к гостям. Хорошо. Пойдемте и убьем его. Блин, я забываю пробел нажимать. Блин, не туда немного. Хотя лучник и тут. Так, где вы там? Погнали. Пошел, урод, отсюда, понял? Козел. Больной ублюдок. Пьяный, что ли? Так, здесь он уже разворачивается. Они, точнее, разворачиваются. Итак, где он? Вон он. Хера ты, толстяк. Добро пожаловать. Спасибо, что посетили меня в этот чудесный вечер.
прошу, ешьте, пейте, веселитесь. Здесь есть все, буквально все, что пожелаете. Отдыхайте, я подожду. Думаю, что вы довольны вечером. Доброта. Я не ожидал ее от вас, от тех, кто так быстро осудил меня и так жестоко. О, не притворяйтесь. Вы считаете меня глупцом, не так? Думаете, я не слышал слов, что вы шептали меня за спиной, а? Слышал и не смогу их забыть. Но не для этого я собрал вас здесь. Я бы хотел еще кое-что сказать о войне и о вашей роли в ней. Вы щедро делитесь деньгами, зная, что этим вы покупаете тысячи смертей. Вам даже неизвестно, за что мы деремся. Сохранность святой земли, говорите вы, отпор нашим врагам, но этим лишь лжете сами себе. Нет, причина всех страданий – страх и ненависть. Вы боитесь тех, кто не таков, как вы. Поэтому вы боитесь и меня. Сострадание, жалость, терпимость – эти слова ничего не значат для вас. Так же, как не значат они ничего для захватчиков, ворвавшихся в нашу страну в поисках богатства. И я говорю – хватит! Я посвятил себя другой цели. Да, да, другой. Я построю новый мир, в котором люди будут мирно жить, бок о бок, друг с другом. Жаль, что никто из вас не увидит его. Убивать каждого, кто пытается сбежать. Блин, мне бы залезть к тебе, братан. Может, ты сам спустишься, мы там договоримся. Я тебя порешаю по-быстрому. Блять, как солист-то? Умри, неверный! Тебе не сбежать! Ах ты... Сука. Тебе не уйти! Да сели, мальчик. Остановись!
А, блядь, да я с тобой так разделаю, слышу. Так, как бы нам выйти отсюда? Так же, как войти, нам уже не удастся выйти. Итак. А, тут везде вода. Давайте как раз заодно и точку обзора рассмотрим. Сука, зачем ты спрыгнул, долбоёб? Ой, блядь, ущербный, сука. Сука, залезь сюда теперь, дебил ёбаный. Деградант, сука. Деградант. Спустись сюда. Ой, блядь, какое ты уёбище тупое, блядь. Я ебал. А, то есть вот сейчас я вам, блядь, покажу то, что он нахуй вот тут залезть может, вот тут, а там, блядь, он ухватиться не может. Охуеть логика, пиздец. Ой, идите нахуй, я отсюда тогда пойду. Пизду вас. Уроды. Может еще отсюда, блядь, прям вниз, головой нахуй. Хули нет-то. Ты же ассасин, блядь. Здесь там не выбраться. Ты что, ебанутый, что ли, блядь? Стена нахуй? Блядь, я думал, в воздухе этот завис. Там охрана. Ну и похуй. Так, этот мудила сможет? Ах вы, суки. Они уже меня ждут, ублюдки. На, минус 100 хп почти. Так, ладно, я понял, ты даун. Бежим отсюда. Давайте лучше спрячемся. Блять, ну почему ты такой пидор тупой? Пиздец, у меня уже слов нету. Я ебал.
Сука, где можно спрятаться? Ладно, похуй. Да ты пидор, что ли? Пидорюка какой. Сильный, блядь, знаете ли. Сука, как меня заебало эта контратака тупая, блядь. Мне похуй, я уже беру ассасинов вообще поебать. Я твоем успехе, Альдаю. Царство страха обуально года закончено. Рад слышать это. Он убил его. Гостей, пришедших к нему в дом. Отравил ядом, оружием трусов. Обвинил их в разжигании войны и сказал, что хотел ее закончить. Странно. Впрочем, про короля купца всегда говорили, что он не в себе. Может, это было просто очередное проявление безумия? Может быть. Я ненавидел себя. Поговори с Аль-Муалимом. Возможно, у него есть лучшее объяснение. Да. Посмотрим, что он мне скажет. Нашему главному. Идем к главному нашему. Да. Ну, давайте, я думаю, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.